В эфире Петровка 38. Я Екатерина Девятова. Здравствуйте. МВД раскрыло крупную схему вывода денег из России. Международное преступное сообщество, организованное молдавскими политиками и бизнесменами, незаконно перечислило за границу миллиарды рублей. В рамках расследования был задержан житель московского региона Александр Коркин. Его подозревают в сотрудничестве с организаторами преступной деятельности, лидером Молдавской демократической партии Владимиром Плохотнюком и бизнесменом Вячеславом Платоном. Последний уже отбывает срок в Молдавии за финансовые махинации, мошенничество и отмывание денег. Владимир Плохотнюк ранее был объявлен России в международный розыск по подозрению в организации заказного убийства. Оба фигуранта имеют российское гражданство. В течение 2013-2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в российских банках денежные средства в иностранной валюте на счета зарубежных организаций под предлогом продажи валюты. Полученные денежные средства в рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в Молдавской кредитной организации по подложным решениям судов Республики Молдова в пользу иностранных физических и юридических лиц. За два года подозреваемым удалось вывести более 37 миллиардов рублей. Уголовное дело возбуждено по двум статьям – организация преступного сообщества и совершение валютных операций по переводу средств с использованием поддельных документов. Хочешь денег – заплати. С вымогательством столкнулся один из столичных коммерсантов. Его фирма выполняла технические работы в одном из гипермаркетов города. И по завершении работ сотрудники этого магазина потребовали с него деньги – так называемый откат. В УЭППК Главного управления МВД России по Москве с заявлением обратился представитель одной из коммерческих организаций, пояснив, что должностные лица одного из сетевых магазинов города хотят получить от него денежные средства за подписание актов на выполнение работ по техническому обслуживанию торговых помещений и оплату ранее произведенных работ. Передача денег проходила под контролем оперативников. Цель встречи. Общение. В итоге задержаны трое – руководитель технического отдела гипермаркета, ведущий инженер и бывший сотрудник магазина, которому доверили роль посредника. Именно он и брал деньги – 300 тысяч рублей. Видимо, сумму хотели поделить поровну на троих. Денежные средства у вас какие-то с собой есть? Да. Какие? Деньги. За получение этих обычных наличных денег задержанным грозит тюрьма. Возбуждено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». Житель столичного района Чертаново, страдающий от наркозависимости, устроил у себя дома настоящий притон. Был рад всем, особенно если гости приходили с дозой героина. Местные наркоманы навещали мужчину с завидной регулярностью, ведь он разрешал им и пить, и колоться, и оставаться на ночь, и приводить с собой друзей. Но однажды к хозяину наркопритона пожаловали оперативники наркоконтроля. Все подробности у Елены Бабаевой. Шприцы открытые, использованы с кровью. Ложка закопченная, со следами. В квартире этого мужчины кладезь медикаментов. Неудивительно, вид у него очень болезненный, хотя все эти шприцы и ампулы нужны были не для лечения. О здоровье хозяин не беспокоился, просто жил и изо дня в день получал кайф от наркотиков. Полицейские установили, что 35-летний, ранее неоднократно судимый житель столицы, систематически предоставляет наркозависимым людям свою жилплощадь для потребления запрещенных средств и веществ. Приехавшим стражам порядка мужчина сам все подтвердил. Наркозависимые лица к вам в квартиру приходят? Да, бывает. С какой целью? Колодца. Вы вместе с ними употребляете, да? Да. Употребляет мужчина давно, уже даже был судим и за хранение, и за свое незаконное гостеприимство. Но это хозяина не остановило. Гости к мужчине снова шли толпами. В своей квартире он рад был всем. Позволял им и пить, и курить, и колоться, даже оставаться на ночь и друзей приводить. Одним словом, делать все, что вздумается, за определенную плату, дозу наркотиков. Этот мужчина, например, завсегдатай притона. А что вы употребляете? Героин. А давно героин употребляете? Ну, давно уже. Дама тоже здесь частая гостья. Признается, на героиновой игле лет 20, правда, с большими перерывами. Отбывала наказание. У нее богатое криминальное прошлое. Судимый? Да. Статья 158, часть 2, 161, часть 2, 232, часть 2, 228, часть 2, 228, часть 1, 159, часть 1.
По статье организации и содержания наркопритона возбуждено уголовное дело. Теперь гостеприимному хозяину квартиры снова грозит тюрьма. Елена Бабаева, Петровка, 38. На юго-востоке столицы 19-летняя девушка стала жертвой грабителей. Двое мужчин подкараулили ее на улице Поперника, избили и отобрали мобильный телефон. Потерпевшая была доставлена в одну из городских больниц. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых недалеко от места происшествия. Ими оказались 39-летний ранее судимый москвич и 39-летний приезжий из Подмосковья. Своей вины задержанные не отрицают и подробно рассказывают, как совершили преступление. Шла женщина, Матвей, второй, кто со мной был, вот, предложил отнять у нее телефон. Догнал ее, побежал за ней, напал на меня, сбил с ног, начал бить. А вот его напарник говорит, злого умысла у него не было. И вообще, во всем виноват алкоголь. Или даже не понимали, зачем это делать. Бред вообще какой, что ли. Немыслимый. Сильно пьяны были, да? Теперь за разбой парочка отправится за решетку. Им грозит до 8 лет тюрьмы. О том, что еще произошло в Москве и других городах страны, смотрите далее в коротком видеообзоре криминальных происшествий. Пырнул ножом охранника ресторана. 25-летний буйный посетитель заведения задержан в центре столицы. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Потерпевший госпитализирован, ведется следствие. Угрожая оружием, заставили предпринимателя написать расписки о несуществующем долге в 6 миллионов рублей. А потом потребовали отдать еще и имущество на 8 миллионов рублей. Четверых вымогателей из Подмосковья задержали с поличным. Как установило следствие, участники преступной группы действовали от лица вора в законе, именуемого как циркач. Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается, задержанные под стражей. Три нарколаборатории, где изготавливали мефедрон и амфетамин, вычислили сотрудники ФСБ в Тверской области. Шестеро членов международной преступной группы задержаны. Изъято 5 килограммов запрещенных веществ и более полутонны сырья. Уже известно, что ингредиенты для производства наркотиков поступали из-за границы. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. За контрабанду сильнодействующих веществ перед судом ответит 35-летняя жительница Новосибирска. Женщина заказала из-за границы посылку с таблетками для похудения, в составе которых сибутрамин. Это вещество опасно для здоровья и запрещено к свободному обороту. Препараты предназначались для перепродажи. О побочных эффектах дама покупателям, разумеется, не рассказывала. Изъято больше килограмма таблеток с сибутрамином. Предприимчивой сибирячке грозит лишение свободы и крупный штраф. В Санкт-Петербурге на пересечении Невского проспекта и улицы Марата произошло ДТП с четырьмя машинами. Водитель такси проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с иномаркой. В результате его отбросило на полосу встречного движения, где он протаранил еще два автомобиля. Два человека получили серьезные травмы. Водитель такси, 19-летний приезжий из Средней Азии, заключен под стражу. В Удмуртии задержали банду ритуальщиков-вымогателей. По данным полиции, четверо должностных лиц, представители администрации кладбищ Ижевска, регулярно брали взятки с ритуальных агентств. И только за кругленькую сумму выделяли места на городских кладбищах. Так работаю я. Чего ты работаешь? Ковку изготавливаю, оградки делаю. Во время обыска в домах подозреваемых полицейские изъяли крупные суммы. Возбуждено уголовное дело по статьям получения взятки и злоупотребления должностными полномочиями. Задержанным грозят солидные тюремные сроки. Расследование продолжается. Частицу мощей Георгия Победоносца привезли в Россию. Святыня приехала из Греции в Санкт-Петербург специально к 23 февраля. Великомученик Георгий Победоносец – христианский святой, покровитель тех, чья жизнь связана с защитой государства. Поэтому в числе первых прикоснулись к святыне кадеты Суворовского военного училища и курсанты Санкт-Петербургского университета МВД. Екатерина Зотова далее. Поезд «Москва-Санкт-Петербург» прибывает. На перроне суворовцы и настоятель храма при Санкт-Петербургском Суворовском училище встречают делегацию из-за рубежа. Прямо из Афин в северную столицу России привезли частицу святых мощей Георгия Победоносца. Он считается покровителем русской военной мощи и тех, кто стоит на охране закона и порядка. В училище святыню встречают со всеми христианскими почестями. Надеюсь, что это будет и укреплением тем, кто здесь учит и учится, что это послужит благоустроением судеб тех, кто приближается вообще к нашему отечественному служению, вот, Богу и ближним.
Мощевик ковчег передали в домовый храм преподобного Сергия Радонежского при Петербургском Суворовском училище. Настоятель храма провел службу. В числе первых к святыне прикоснулись кадеты и преподаватели училища. А следом частицу мощей перевезли в храм при Санкт-Петербургском университете МВД. То, что святыня прибыла сюда в преддверии Дня защитника Отечества, символично и очень значимо, отметил заместитель начальника университета. Прибытие к нам в наш храм мощей великого святого, покровителя воинства российского Георгия Победоносца. Тоже символично, потому что у нас, в Министерстве внутренних дел, у каждого сотрудника полиции на эмблемах находится этот символ. И поэтому мощи, частичка мощей, которая доставлена, они символизируют эту духовную связь многих поколений. В храме при университете настоятель также отслужил молебен. В Петербурге частица мощей пробудет до 26 февраля, затем ее отправят в другие города России. Екатерина Зотова, Петровка, 38. Мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества, прошли сегодня на Петровке, 38. Руководители столичной полиции и ветераны почтили память стражей порядка, погибших при исполнении служебного долга. Их имена не забыты, каждая высечена на доске памяти. Репортаж Марселя Нургатина. Московские полицейские по традиции проводят памятные мероприятия у бюста Феликса Дзержинского на Петровке, 38. Монумент был установлен здесь в 1977 году к 50-летию Октябрьской революции. Начальник столичного главка Олег Баранов и председатель Совета ветеранов Виктор Антонов первыми возложили цветы к памятнику. Почтили память погибших коллег действующие сотрудники и те, кто уже в отставке. К сожалению, в 2018 году московская полиция понесла большие потери. При исполнении служебного долга погибло 8 сотрудников органов внутренних дел. Конечно же, и родных, и близких московская полиция никогда не оставит. Цветы возложили к доске памяти, установленной в холле главного здания на Петровке, 38. На ней имена погибших сотрудников царской полиции, советских и российских милиционеров, современных стражей порядка. Список ведется с 1905 года. Память об ушедших героях бережно хранят ветераны. В преддверии праздника они посещают с лекциями школы и вузы Москвы. Участников Великой Отечественной войны с каждым днем уже меньше становится. Мы сейчас работаем над тем, чтобы наш актив и сотрудники, которые участвовали в горячих точках, приобщите их вот к этой работе патриотического воспитания граждан. Памятное мероприятие на Петровке завершилось торжественным маршем. Строем прошли сотрудники различных подразделений московской полиции. Марсель Нургатин, Виталий Алферов и Евгений Ильин, Петровка, 38. Кто он, современный супергерой? Такой вопрос задали детям накануне Дня защитника Отечества сотрудники Министерства внутренних дел. Ответы сняли на видео и разместили ролик в соцсетях. Михаил Шептун одним из первых посмотрел видео. Он сразу несется вперед на помощь. Сильный и смелый, ловит преступников, и обладать сверхспособностями ему вовсе не обязательно. Эти ребята точно знают ответ на вопрос, кто для них настоящий супергерой. Оказывается, есть такая профессия. Героями видео стали дети сотрудников полиции. Так, накануне 23 февраля в МВД решили напомнить о тех, кто действительно ежедневно спасает людей и охраняет правопорядок. Ролик был опубликован сегодня, но уже стремительно расходится по интернету и набирает просмотры. Видео поздравления ко Дню защитника Отечества записали для своих коллег и женщины-полицейские. Сотрудницы пресс-служб из разных регионов страны, от Калининграда до Дальнего Востока, прочли стихотворение Ольги Ломакиной «Люблю тебя за то». Люблю тебя за то, что ты упрямый, за то, что знаешь меру ты во всем. За то, что ни тебя не станет мало, ведь, как и я, стремишься быть вдвоем. Лирические строки звучат на фоне кадров из легендарных фильмов о защитниках Отечества и современной хроники службы стражи порядка. Видеоролик был подготовлен редакцией программы «Петровка, 38». Мира, благополучия, сил вам и, конечно, успехов тем, кто сегодня на службе, кто обеспечивает безопасность и оберегает покой наших граждан. Михаил Шептун, «Петровка, 38». И вот на этом у меня все. Спасибо, что были с нами. До встречи.